Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Даям Гопи Жано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванша Калпатаруваша Кипа Синдху Бхавача Патитанам Павани Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирам Яд Кипа Тамханг Ванди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мадире Шанкиртане Кришна Катха Упадеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Бхарвану Дхейям Сада Парибхавагнам Абишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхиттатихам Панатупал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Яд Пада Паллаванака Чандаманичатая Биспуриджита Кимапика Бабадуша Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Шарадхикама и Када Кипанкараш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджануламмита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманиа Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тамам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушо Бадане Лакшмир Джашача Бхакшаши Ясьястхиде Самбид Твам Нишингам Ахам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Дургаме патиме андашо скалат падгатир муху кипа Саджастиданино Сантохо Санту Авалам Малам Гаурия Гоштхипати
Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that today is the Avirbhav Tithi of my Guru Pad Padma. Paramahansa Guru Pad Padma Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Кауди Гощипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, что сегодня день явления моего Гуру Пад Падма. Но как я могу сказать, что это мой Гуру Пад Падма? Есть ли у меня право так заявлять? Сколько, что я посвятил ему, как много, что я могу заявлять, что он мой Гуру Пад Падма, у меня нет права говорить, что он мой Гуру Пад Падма, что случилось, что я посвятил ему. И таковое настроение настоящего вайшнава. Шрила Прабхупад также говорит, что те, кто понимают, плачевную ситуацию этого мира, эту опасную ситуацию этого материального мира, только они могут пытаться избавиться от майи, иначе все думают, что им и так хорошо. Они не думают, не могут даже подумать о том, как избавиться от влияния майи. И они чувствуют себя удобно. И это значит, для них Харибаджан невозможен. И вот Шрила Прабхупад говорит, в этом материальном мире он украшен различными чувствами, переживаниями, наслаждением, страданием. Этот материальный мир украшен этими всеми приятными и плачевными явлениями. Но обусловленная душа, они даже испытав все страдания материального мира, все равно не хотят прыгнуть в этот океан майя. И даже когда они страдают от превратности этого материального мира, они молятся Бхагавану, чтобы он спас их и решил их проблемы, чтобы они дальше могли страдать в этом мире. И, к сожалению, у многих преданных нет представления о служении Бхагавану. Они думают, что Бхагаван должен служить им. И вот Шрила Прабхупад говорит, почему вы испытываете боль в этом материальном мире. И вот Бхагаван спрашивает, почему вы страдаете, ну, нужно ли вам страдать? И вот я сказал, приходите ко мне, но я не заинтересован. Бхагаван говорит, чтобы души шли к нему, но эти души не заинтересованы в этом. Они предпочитают материальный мир, страдать в нем. Но вам не обязательно страдать в этом материальном мире. И саду, он известен своими деяниями, то, что он, как он посвятил свою жизнь Гуру Пад Падме, как в случае Куреша или в случае Бхакти Праган Кешава Госвами Махараджа. Я говорил, он был даже готов пожертвовать свою жизнью ради Шрилы Прабхупады. Вот была опасная ситуация. Эти люди напали на Шрилу Прабхупаду, хотели его убить, и вот Кешава Госвами Махарадж, он
спас его, он они поменялись одеждой, и тот уже незаметно уж покинул это место. То есть он поступал, по сути совершил такой же поступок, как и Куреш. Саду известен тем, что он может сделать ради Сампрада и ради Гурудева. Они какими-то словами или лекциями, я удивляюсь, люди не понимают даже такие простые основы бхакти. Иногда Шрила Прабхупад сожалел. Что, услышав так много харикатхи, и вот спев столько киртанов из Кальяна Калпатара, из Шаранагати, сколько Сиданты слушали харикатху, но все же они оставили меня и ушли. Что же делать? И вот обусловленные души в любое время могут уйти, оставив баджан. И нет никакой гарантии, что они могут находиться на пути баджана. Кто-то может совершать 70 или 80 лет и оставить. И вот Шрила Прабхупад говорил, обусловленная душа оставлять за собой право попадения каждый момент. Мы видели, те, кто обретают какую-то власть, деньги, они обычно теряют смирение, и поэтому мы молимся Бхагавану, чтобы он нам не давал этого, чтобы он позволил нам говорить только харикатху. И посылал, и было необходимое для жизни. Я никогда не просил Бхагавана, у Бхагавана денег даже для какого-то служения. Я думал, что если его желание это исполнится, если нет, то нет. Какого-то то или это. И вот Вайшнавы не привязаны к плодам своей деятельности. Если будет воля Бхагавана, то все сбудется, если нет, то нет. И вот Шрила Прабхупад говорил, обусловленная душа, душа каждый момент может пасть. Смирение — это основа на пути Харибаджана. Когда вам надоела вся эта материальная жизнь, это одно. Если вам нравится, есть вкус к материальной жизни, то значит, что с баджаном у вас что-то не совсем так. И тогда, когда вам надоела материальная жизнь, вопрос харибаджана может возникнуть. А настоящий баджан начинается, когда вы избавляетесь от влияния майя. Есть еще достаточно большое количество людей, которых баджан заключается в том, чтобы избавиться от влияния майя. Но настоящий баджан начинается после этого. И вот поэтому я говорю, может или не может. Обычно вот, в моей жизни я принял нашу Гуру Врагу, и как...
И вот я могу привести несколько примеров для лучшего понимания. Вы слышали имя Нахуш Раджи, царь Нахуш в Бхагаватам. И вот имя Нахуш Раджа, и вот этот Нахуш, он был очень могущественным царем. Даже с небес царь Индра, царь небес Индра, в общем, попросил его, чтобы тот помог ему в борьбе с демонами. И в итоге, из-за какой-то причины, Индра вынужден был оставить свой пост и наказан как-то был, и в общем, не было на его царстве. Этот Нахуш был приглашен занять на время пост Индры. Ну, в такой, как чрезвычайная ситуация была. И вот он пришел туда, сказал, я буду сидеть на троне Индры и имею право на его жену Шачи также, почему нет? И все были удивлены, как вы можете так говорить. Это не дхарма, это адхарма. Это сказал, нет, я сижу на посте Индры, поэтому его жена тоже мне полагается. И вот ситуация была сложная, что же делать? И в итоге Риши Муни, они думали, что же делать, как решить эту проблему. Шачидева плакала, жена Инды. И вот все остальные сказали ей, не беспокоиться, что они найдут решение. Хорошо, спросите его. Просите его прийти. В общем, скажите, чтобы он приехал. Жене Индры сказали, чтобы она сказала этому новоявленному Индре, чтобы он приехал на паланкине, которую несут Брахма-риши, и тогда она готова принять его предложение. И тот сказал, хорошо, я тут местный царь, кто мне, меня не будет слушать. И вот сказал Брахма-риши, чтобы они тащили его паланкин. Цари должны слушать его указания, но те Брахма-риши не были привычны к ношению паланкина. Естественно, нас несли как попало, ну, как могли. Медленно, без синхронизации, они же не носильщики. Как Джада Бхарату тоже заняли в таком служении, но он был браманом, а не носильщиком. Поэтому этот царь разгневался от такого выполнения работы. И вот что случилось. Те, у кого есть вожделение или сильное вожделение, можно посмотреть, у них терпения нет. Они чувствуют беспокойство из-за вожделения. И вот, естественно, внутри сердце этого царя, он очень был нетерпелив, хотел побыстрее доехать, а эти риши
медленно несли, тот начал их поносить, чтобы побыстрее двигались, ждать ему некогда. И вот он начал их, все неприличнее как-то заставлять идти быстрее, скажем, мы тут вообще этим никогда в жизни не занимались. Как можем, так и несем. Но вот он говорил, шарпа, значит, на санскрите побыстрее, змея тоже так же звучит. И вот, в общем, этим Брахмариши надоело и сказал, что они прокляли его, чтобы тот стал змеей. И вот тот сразу стал змеей. И вот я также видел в своей жизни много людей, даже которые были очень бедные, даже не могли заработать на еду, когда они как-то богатели на политическом поле или духовном, или еще где-то. Можно иногда видеть, как какие-то бедняки занимали пост ачарьи и очень возгордились своим положением. Это очень опасно. Когда кто-то находится на Ясасане или, ну, или ну, вообще какое-то положение высокое занимает, он очень гордится этим, как Дакша Праджапати. В чем проблема с тем, что Шанкар Бхагаван сделал? Что-то плохое нет. Он Брахмахамса. Никого не оскорблял, не говорил, просто совершал баджан. Почему? Поскольку он... Поскольку он занял пост этого, ну, что-то Гандхарвов контролировал и еще кого-то там. Ну, в общем, какой-то пост ему дали, и поэтому он очень возгордился. И что Шанкар Бхагаван сделал? Ничего плохого. Вообще ничего не сделал, ни с кем не спорил. И исполнял свои обязанности во время разрушения Вселенной, разрушать его, так он во все остальное время совершал баджан, никому не мешал. И вот очень... те, у кого вожделение в их сердце, обычно терпения у них нету. Это признак, по которому можно понять, что кто-то у кого-то, кто-то очень вожделен, у него терпения нет. И поэтому мы никогда не молимся Бхагавану для лапхи пуджи и пратишти. Мы никогда не молимся Бхагавану, чтобы он дал нам лапху пуджи и пратишти. Нет. Ваман Госвами Махарадж также в последний момент жизни он сказал, его ученики спрашивали значение это шлоки. Вот один ученик Чандигархи спрашивал, почему Гуру Махарадж говорил, что хочет умереть неизвестным, и ну, чтобы его никто не знал и не видел, без всякой славы и почета. И вот обычно они хотят умереть неизвестными, и, ну, неизвестными. Чистые преданные могут понять, как Кришна Дас Кавираж Госвами. Он, я хочу сказать так много сиддханты, но боюсь, что какие-то материалисты услышат и будут злоупотреблять. Bengali, Krishnadas Kaviraj Goswami writing in Chaitanya Charitamrita. In Chaitanya Charitamrita is writing, Jar lagi kohite bhoy sejodi na jane. И вот в читании Чайтамрите говорится, у Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что я боюсь говорить об этой сокровенной сиддханте, поскольку демоны могут и злоупотреблять или превратно понять. So,
И вот он. И вот, и поэтому некоторые седанты, она так иносказательно преподносится, или как-то, ну, не... И вот гуру вайшнавы никогда не стремятся к пратиште. Они думают, что это пратиште, дешевая слава, подобное испражнениям, но обусловленная душа, даже после многих страданий в своей материальной жизни, когда они теряют все, их близкие отказываются от них и прочие какие-то страдания. Если по милости, если вообще по милости гуру Падпадме, я говорю харикатху, можете ли вы ожидать какого-то ложного эго во мне? В тот день, когда ложное эго развивается, то это становится причиной падения. Кто-то, если гордится тем, что проповедует по всему миру, то Бхагаван может забрать у него эту силу. И вы обнаружите, что остались ни с чем. Я могу привести пример, как с Арджуной. Арджуна не обусловленная душа, он друг Кришны, но все равно Бхагаван показывает нам. Арджуна, после того, как он победил, но Бхагаван вот через Арджуну показывает нам. Арджуна думает, что я могущественный человек, и после этого он отправился в Двараку. В Двараке один браман, я уже говорил, когда я говорил в лекциях о Брихат Бхагаватамрите, вот браман, он, у него все дети умирали, рождались и сразу умирали. И тогда он пришел в дворец Кришны и начал поносить всех царей, что эти цари безбожники. Из-за них у меня дети умирают. Я наверняка знаю, эти цари безбожники, из-за их безбожия все мои дети умирают после рождения. Это признаки их греховных действий царей. А Кришна как бы тут ни при чем. И вот Арджуна дал ему обет, что я обещаю, что я спасу твоего ребенка, не волнуйся. Прадюмна, Анирудха и другие дети Кришны, они не смогли спасти их. Арджуна сказал, я не Шамбу, не Прадюмна, не Анирудха, мое имя Арджуна. Мое оружие — лук Гандив. Я могу защитить твоего ребенка. И вот он так, ну, из-за ложного эго, он так уверенно заявил. Ну, как он мог такое сказать? Конечно, лучше бы, если он сказал, что попытается. А обещать сделать то, что невозможно, как-то это глупо. Ему, ну, по-хорошему нужно было бы иметь больше смирения. И вот после того, что случилось, этот Арджуна из стрел сделал такую сеть, чтобы душа, ну, никто не мог в это помещение ни войти, ни выйти, даже душа.
душа, на то она и душа, что может выйти отовсюду. Но Арджуна как-то с помощью своих стрел обезопасил это то место, и когда ребенок родился, опять умер. И вот Брама начал, на чем свет стоит, поносить Арджуну, ты тут обещал защитить моего ребенка, ты лжец, ничего не сделал. Вот он сразу умер, и поэтому проклинаю тебя гореть в аду. Ну, не в аду гореть, в огонь войти. Не понял смысла, но... Ну, в общем, как-то наказать Арджуну он хотел. И вот ложное эго такое, которое не то, что может осквернить наше сердце. Оно покроет наше сердце, наше сознание, и поэтому Шрила Прабхупада также говорит, что большое количество денег не сбор денег — это не обязанность ачарьи. Если кто-то занимается этим, то только ложное эго будет расти, и они перестанут уважать гуру Вайшнава настоящих. И поэтому мы молимся Бхагавану, чтобы он сделал нас нищими. Чтобы ничто не отвлекало меня от главного. И вот тогда я смогу понять, что такое Гуру Крипа. И так или иначе, это признак чистого Гуру Вайшнава. И сейчас мы приходим к началу. И вот Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Пытайтесь понять значение его имени. Бхакти Саранга. Саранга значит пчела, медовая пчела. Вот что это значит, когда пчелы сидят на этом, на цветке, пьют мед, и что происходит? Они так собирают мед, нектар, как эссенцию, суть цветов. Но самое лучшее имеется в виду мед. И вот его звали Бхакти Саранга Госвами. И Парикшит Махараджи, у него был такой же титул Риши Муни. Сутадев Госвами дал ему такой титул. И вот они спросили всех этих шанак, Ади Риши, что Кали настолько опасен, и Парикшит Махарадж мог бы убить Кали, почему он его не убил, почему он позволил Кали жить дальше, он мог же убить, почему он этого не сделал. И тогда шанак Ади Риши сказали: хорошо, очень хороший вопрос, действительно. Парикшит Махарадж мог убить Кали, но почему этого не сделал? Когда Кали хотел Парикшит, он не мог свое влияние распространить на весь мир из-за Парикшит Махараджа. И вот Бхакти Прабхупада Тиртха Госвами Махарадж говорил, что даже в сердцах саду, так называемых саду, Кали присутствует и влияет на них. Если наша цель едина, зачем нам ругаться друг с другом? Шрила Бхакти Валабха Тиртха Госвами Махарадж говорил, что Кали-кал, этот век Кали очень опасен. Кали проникает даже в сердца так называемых преданных, поскольку они не повторяют харинам должным образом. Они заняты какими-то другими вещами. Cases.
Now my question is that why this kind of situation prevailing? И вот почему так происходит? Поскольку у нас нет единства среди нас. Почему не хватает единства, искренности, честности, нашей любви к Сампрадае и Гуру? И это главная причина. Иначе других вопросов у нас нет. И вот Парикшит Махарадж Судхадев Госвами говорит: хорошо. Этот Парикшит Махарадж, он саранга, ива сарабу, он подобен медовой пчеле, как медовые пчелы. У них нет, нет, но они не привязаны ни к чему, просто собирают мед. И Парикшит Махарадж, он был Махабхагаваты, он понимал, что Кали-юга, она очень опасна, но все же он был очень умен, он видел хорошее качество в Кали. И какое-то качество. И вот Парикшит Махарадж, он не видел, что и Кали это источник всего зла, но у него есть хорошее, великолепное качество, несравненное. И оно, это качество, что в эту Кали-югу, совершая санкиртан, воспевая святые имена Кришны, если мы искренне всем сердцем воспеваем их, то мы можем избавиться от влияния этого материального мира и этой Кали-юги. И вот наш Бхакти Саранга Госвами Махарадж, он таков. И поэтому он понял, что под руководством Шрилы Прабхупады все проблемы, они решатся. Те, кто искренне, они придут. И вот он в своей жизни решил. И вот его анугатия была уникальна, и настроение служения несравненно. Иногда мы думаем, что если мы дадим какие-то деньги Гурудеву, если мы будем стирать его одежду, то это великая Гуру Сева. Мы вроде совершаем Гуру Нугати, следуем Гуру. Большинство людей, у них есть такое, такая идея, например, то, что мы стираем одежду Гурудева, то это служение. Или даем какие-то деньги, собираем деньги для Гурудева, это Гуру Сева. Но основа, на пути Гуру Севы, это понять, осознать, что исполнять указания Гуру Падмы, это главное служение. Это настоящий Сева, тот, кто, не спрашивая, Гурудев не говорит ему, что делать, но он сердцем понимает, желание сердца Гурудева и исполняет его желание, как в случае с Шрилой Прабхупадой. Гурукишор Баба внешне не говорил ему, чтобы он шел проповедовать, но он понял желание сердца Гурукишор Бабы. И Гурукишор Баба, он одобрил все его служение. Даже кто-то жаловался Гурукишор Бабе. Вы не знаете. Много людей жаловались Шриле Прабхупаде, что
что тот делает, то не так, и это не так. И вот говорили, что ваш Бимала Прасад делает что-то не так, и Гоу Кишор Баба, он говорил, да. Он говорит о чистом Харибаджане, о Шуда Сиданте, и поэтому вы завидуете ему, не можете потерпеть этого. И вот Бимала Прасад говорит о чистой Сиданте, поэтому вы жалуетесь. Вы что думаете, я не понимаю? И вот здесь это признак того, что Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж был полностью уверен в честности, преданности и всех других хороших, и во всем другом, что олицетворило собой Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, он выполнил много служений, которым Шрила Прабхупад был очень доволен. И вот Шрила Прабхупад написал статью в его славу, там он называет его настоящим Госвами, полностью посвятивший себя душой. И вот настоящее значение этого слова «Гуру Севак», что это значит? Каково значение «Гуру Севак»? Слово «Гуру Севак»? Тот ученик, который может понять желание сердца Гурудева и исполнить его, тот есть настоящий Гуру Севак. И вот главные признаки можно найти в жизни Бхакти Саранги Госвами Махараджа. В его первой... И вот он, в общем, до знакомства с Шрилой Прабхупадой работал на железной дороге в Данбаде. И вот во Вриндаван, когда ехать или в Дели, там две ветки, первая через Данбад едет, другая через другую ветку. И вот поэтому, когда приезжаете из Вриндавана, часто проезжаете мимо этого Данбада. И вот Шрила Прабхупад отправился на проповедь и на станции. Железнодорожный, он увидел Шрилу Прабхупаду и понял, что он его вечный слуга. И он пригласил Шрилу Прабхупаду к себе домой. Шрила Прабхупад имел очень четкое представление о том, о Шридхар Махарадже, Госвами Махарадже. Шрила Прабхупад, и он принял их, принял его приглашение и пришел к нему домой. Он жил в государственной квартире, железнодорожной, и вот Бхакти Саранга Госвами Махарадж, он был, стал главным проповедником в этой области, в Данбаде. И когда Шрила Прабхупад ушел, уехал с этого места, и он уже не смог оставаться там, он решил предаться полностью Шрили Прабхупаде. И вот он решил оставить свою работу и присоединиться к миссии Шрилы Прабхупады. И вот они собрали все свои пожитки, грузовик, и приехали в Йогапит и сказали: «О, Прабхупад, мы приехали и предаемся вашим лотосным стопам, что делать?» But no connection. After going there, leave connection. All day and night serving. И вот они приехали, и вот они служили день и ночь буквально. И вот две возвышенные личности, как Госвами Махарадж и наш
Мадхава Госвами Махарадж, они подобны огню. И вот сейчас я расскажу о том, как строился Шри Чайтанья Матха, даже кирпичи Шри Чайтанья Матха. В то время не было денег, но очень ограничено все было. И Шрила Прабхупада решил, что они сами будут делать кирпичи для строительства. И что случилось с Госвами Махарадж? Ну, для кирпичей, чтобы делать, нужно еще обжигать их. Чем их обжигать? Уголь нужен, без угля сложно. Кирпичей много нужно, на солнце все это очень долго сушить. И вот Госвами Махарадж ходил от двери к двери, и он пошел. Эти угольные копии, сейчас они государственные, раньше они все частные были. И вот Госвами Махарадж ходил и просил для строительства храма Гуранги Майпури, ему пожертвовали много угля, и вот повезли Майпур и отдали Шри Чайтанья Матху. Тут, и вот Шрила Прабхупад И вот он знал много языков: хинди, санскрит, английский, бенгали. И Шрила Прабхупад, он дал ему имя. Сначала его звали Апракрита Брамачари, Апракрита Прабху. Его имя. Сначала имя, как сказать, такое кармическое имя, Атул Чандра Бандхопадхая его звали. И потом получил, когда Харинама Дикшу, Апракрита Прабху его назвали. Шрила Прабхупад хотел с самого начала показать, что он трансцендентен, он Апракрита. И вот он был редактором Гауди. Он очень хорошо знал английский. И вот после того, что случилось, в итоге и вот назвали его Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Шрила Прабхупад на Виша Вайшнава Раджа Сабхе дал ему такой сертификат и грамоту. И вот Шрила Прабхупад сказал, что любое количество и Шрила Прабхупад одобрял его служение и все остальные действия. И он, что он делал, он организовал всякие выставки, парикрамы.
и все остальное, ну, деньги на все это собирал Госвами Махарадж и Мадхав Махарадж. В храме, если нет уверенности ни в каких саду, нет уверенности в харикатхе, нет уверенности в чистоте храмового служения, готовки санкиртаны, то этот храм становится подобным кому-то. Ну, то, как я, в туалетной комнате. И вот Падма шутил. Ну, тут на бенгальском мат как бы храма, комат туалет. То есть там две буквы прибавляются и значение меняется. И вот Гопад Падма очень часто шутил, что если в храме не заниматься духовной деятельностью, то этот храм подобен туалету становится. И вот Госвами Махарадж был редактором вот этих всех вышеперечисленных изданий. И вот Шрила Прабхупад впоследствии решил отправить Госвами Махараджа и некоторых других своих учеников на проповедь на Западе. И Шрила Прабхупад в своих высказываниях он подтверждает, что они его вечные спутники. Еще я хочу сказать, какие признаки у гуру Севака. И вот когда он отправился на Запад, он даже копейки денег не брал, не взял у Шрилы Прабхупады. Только письмо. Шрила Прабхупад написал письмо, что он посланник Гауди миссии, ну, чтобы получить там паспорт, визу и остальное. Но кроме этого, Госвами Махарадж не взял, не брал ни единой рупии у Шрилы Прабхупады, поехал на свои деньги. И вот какой же главный признак гуру Севака. И вот он отправился на Запад. Очень сложно было в то время. Сейчас как бы попроще, все готово. Но в то время сложно было. Не было уверенности, где жить, как жить и все остальное. И после этого как он проповедовал, и это, об этом я потом расскажу. Пытайтесь понять, можно взять и сравнение сделать. И вот наш Кешав Госвами Махарадж в Кешаве, в Анивайбаве, и вот Кешав Госвами Махарадж говорит, Шрила Прабхупад решил отправить двух возвышенных преданных. Он говорит о них, как о Махабхагаватах. Пытайтесь понять, если вы беспристрастны. И вот человек Кешава Госвами Махарадж
Он говорит о двух своих братьях в Боге, Бон Махараджи и Госвами Махараджи. Вот Шрила Прабхупад отправил их проповедовать Гуравани, послание Махапрабху. И он использует это слово Махабхагавата. Если кто-то оспаривает их величие, то можно показать вот эти слова Шрилы Прабхупады, что он послал двух великих душ. Они принесли великое благо тем душам, которые их слушали в Европе. И другую статью он написал, что они произвели буквально эволюцию в этих западных странах. И Кешав Госвами Махарадж также называет их Махабхагаватами, великими душами. А какие-то другие, так называемые проповедники, говорят, что они падшие души из низких семей, ничего не сделали. Но это противоречит словам их, его Гурудева Шрилы Прабхупады и Бхактисиддханта Сарасвати. У нас нет времени бороться с кем-то, мы хотим только утвердить абсолютную истину. Сегодня или завтра мы должны сделать это. Какие бы планы и программы мы не делали, но все же наша цель — это абсолютная истина. Как в случае Бхагбазагавди Миссии. И вот Махарадж еще приводит пример от негативной проповеди, как с Гауди Миссии, хотя они выиграли в суде, но по сути не проиграли, поскольку отказались от своих принципов. И вот прямо или косвенно, вот проповедь будет прямая, есть косвенная проповедь, позитивная, негативная. То есть даже в процессе каких-то скандалов или судебных тяжб тоже проповедь может быть просто она такая негативная, но зато быстрая и широкая, а позитивная обычно очень медленная. И вот кому же верить? Тем, кто называют Бон Махараджа и Госвами Махараджа великими душами, успешными проповедниками или падшими душами? Кому же верить? И вот Бон Госвами Махараджа был дан шанс стать ачарьей всех четырех вайшнавских, авторитетных вайшнавских сампрадай. И вот во всей Враджадаме, все саду, они решили, чтобы сделать его общим ачарьей всех четырех сампрадай. Но какие-то
проповедники поносят его, на чем свет стоит. И вот мы должны совершать харибаджан всегда. Если мы отвлечемся от харибаджана, от наставлений Шрилы Прабхупады, то тогда это может стать причиной нашего падения. И вот тот, кто, вот этот Госвами Махарадж, он, Бхагаван явился ему в Англии, буквально среди чистого поля Васудев. Это отдельная история, но так или иначе, вот Бхагаван явился Госвами Махараджу, кто-то выбросил вызов, можешь ли ты показать своего Бога, тот сказал, да, приходите завтра, покажу. Потом начал думать, что же делать. Пообещал показать Бхагавану, где его взять. И вот он чистил зубы утром, ходил там по полю. И тут внезапно смотрит под деревом нечто. Подошел поближе, и Васудев в четырех руки явился там. И он был очень счастлив, взял это божество, обнял его и сказал, «О Господь, ты спас меня, спас мою честь». Вот. Смотрите, даже эти британцы в то время, ну, британская Индия была, соответственно, вся британская политика, нравы, правила и все остальное, повестка. Но эти британцы очень горды тем, что они британцы. И в то время не так просто было говорить харикатху им. Они были очень горды своим положением. И Госвами Махарадж, Бон Махарадж, они даже говорили харикатху этой царице Елизавете. И говорили также в университетах, они говорили о сравнении этой, ну, в общем, сравнительный анализ религии проводили открыто. И вот это была техника Шрилы Прабхупады, если приглашать каких-то важных, знаменитых, известных людей на собрание харикатхи, то остальные то тоже потянутся. И вот поэтому они начали проповедовать в университетах, поскольку они знали, что если элита общества не одобрит Гаудия Вайшнавизм, то простым людям будет проще принять его. И вот харикатху Бабаджи Махараджа многие слушают, но часто скрытно, чтобы никто не знал. И вот и эта техника, с помощью которой Шрила Прабхупад проповедовал, и если мы проповедуем с помощью Шрилы Прабхупады, то почему наша проповедь отличается и результаты отличаются? Почему и как? И вот я много раз говорил, проповедь но если кто-то
какого-то проповедника. Я не считаю проповедником, поскольку не проповедует в стиле Шрилы Прабхупады, а занимается какой-то пропагандой, а не проповедью по сути. И вот после этого Госвами Махарадж, он вернулся с этого, со своей проповеди за границей, и множество проблем возникло. И вот, ну, в процессе проповеди имеется в виду, царь Бардаман ему помогал, посылал деньги. Ну, а там еще так случилось, что у него не было документов. И на Западе этот работник банка сказал, что не может денег дать, поскольку документов у него нет, и надо какой-то, чтобы вас кто-то поручился за вас, какое-то, ну, свидетельство, что вы это, вы тут был в одном месте, был в другом. И вот нужно доказать было, что, ну, вы это вы, но в то время компьютеров не было и всего остального. И в итоге Госвами Махарадж смотрит, газета лежит на столе этого менеджера. Посмотри, кто он. Ну, там газета с его фотографией. Тут смотришь, кто, значит, кто. Ну, вот и я это посмотри, да. Действительно, вы вот видите, даже обо мне в газетах пишут, а вы мне не верите. И тот подумал, действительно. И Бонгасвами Махарадж вот однажды не было денег, он постился, и Шрила Прабхупада отправил ему посылку с плющенным рисом, ну, с едой какой-то, ну, такой долго хранящийся. И вот если кто-то поносит Госвами Махараджа, Бон Махараджа и других великих личностей, то в этом нет ничего хорошего. Мы должны помнить и быть благодарным тем, кто посвятил свою жизнь и душу, всю свою жизнь проповеди и помощи в проповеди миссии Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати. That Maharaj speaking this is right, perfect, they are not speaking. Not in anyone. Even in Muslim society, they are fighting among themselves. When there is a question of fighting with other sampradaya, they get united. Follow? Unity. О, почему у нас нет единства? Даже если на мусульман посмотреть, если возникает вопрос каких-то споров с другими сампрадаями для отстаивания своей чести, они все объединяются. У нас такого, к сожалению, нет. И поэтому вот даже на какие-то такие очевидные вещи, даже в этом единство не предпочитают как-то замалчивать, десятилетиями делать вид, что ничего не происходит и прочее. И вот Госвами Махарадж, насколько он посвятил свою жизнь Шриле Прабхупаде. Госвами Махарадж был главным, один из... Они были главными инструментами в проповеди Шрилы Прабхупады. Who can take the responsibility of thousands of devotees coming to do parikrama? You can arrange? You can sit in your room.
Who can arrange? Thousands of people there arrange. Who can arrange prasadam staying? You cannot even imagine. И вот они все помогали в организации парикрам и всего остального, выставки. Проповедовали в различных городах Индии, открывали там Гауди Матхи. И вот Госвами Махарадж однажды пошел просить подаяния. И перед этим он поклонился Шриле Прабхупаде, и увидев Шрилу Прабхупаду, он испугался. Почему Шрила Прабхупада в таком состоянии? И у него было красное лицо, и тот подумал, что случилось, что случилось. Он спросил, что случилось, и Шрила Прабхупада сказал, что тут приходил какой-то человек, задавал вопросы и начал активно спорить, доказывать свою позицию. В итоге два часа спорил с ним, и поэтому жалеет, что два часа ушло в пустую, и где-то человек ушел куда-то, как зовут его. И вот Госвами Махарадж нашел его по имени и пришел к этому человеку. Он был этим местным губернатором. Постучал ему, кто там, я пришел, открывайте. И вот он начал говорить на английском, как, в общем, он убедил его извиниться перед Шрилой Прабхупадой, что нужно прямо сейчас собраться, ехать и извиняться. Иначе ничего хорошего в его жизни больше не будет. И вот он пришли, поклонились. Тот сказал, чтобы тот признал свою ошибку, извинился перед Шрилой Прабхупадой. И в те времена он ему дал пожертвование 2500 рупий. Это огромные деньги были. Там зарплата была, там 1-2 рупии. Этого хватало, чтобы жить месяц или больше. Ну а в те времена, во времена Шрилы Прабхупады, это очень большая сумма денег была. И вот я прихожу к заключению. Весь мир, если они имеют качество человечности, то есть здесь, вот, например, Сарвабхаума Бхаттачарья спорил с Махапрабху на... То есть он не хотел оскорбить Махапрабху никак, просто у него было другое мнение, и они на основе этой философии спорили. Этот верил в безличный Брахман и пытался его как-то отстоять, то есть он ничего плохого не говорил, просто свою философию, которую привык, пытался как-то ее утвердить. И даже Пракашананда Сарасвати, хотя известный майявади, но он Махапрабху ничего плохого не говорил, просто свою философию пытался отстоять. И этот губернатор тоже ничего плохого не сказал Шриле Прабхупаде, просто пытался отстоять свою ложную философию. И потратил кучу времени Шрилы Прабхупады. И Госвами Махарадж, он
хотел, чтобы как оно, чтобы этот хотя бы извинился за потраченное время. И это признак настоящего саду, настоящего ученика. Они не могут потерпеть, если кто-то выступает против их Гурудева. То есть, хотя здесь этот человек не оскорблял Шрилу Прабхупаду, просто приводил какие-то аргументы, которые просто спорил на основе философии, кучу времени отнял. А если кто-то сознательно поносит таких великих личностей, то что сказать о таких людях? До последнего момента моей жизни я буду пытаться утвердить, защищать честь и достоинство Гауди Матха и нашей Гауди Гуру Варги. Но бывает так еще, что люди вроде живут в Гауди Матхе, но никогда не видели его, не имеют никакого представления о настоящем Гауди Матхе. И вот признак чистого настоящего вайшнава, они не могут потерпеть, если кто-то выступает, говорит против их Гуру Варги. И вот можно видеть, что некоторые не думают о интересах сампрадая, а думают только о интересах своего общества. И вот если я буду говорить о Госвами Махарадже, его слава бесконечна. Шрила Прабхупад сказал о нем, что он подлинный Госвами. И вот я удивляюсь, как это возможно для Бонгасвами Махараджа, как он мог перевести Расамрита Синху. Это практически невозможно, Бхакти Расамрита Синху, но сложно для перевода, очень сложно. И что говорить о Гите, комментарии о Гите? Вы думаете, так много комментариев к Гите? И вот. И смотрите, Шрила Прабхупад не... И вот я помогаю преданным открыть глаза на происходящие вещи. Jai Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj Ji ki jai. Tadiyo Abhivati Param Amasam Gaur Himam. Only we have to do compatibility. Don't fight. Only, very
understand today or tomorrow that we are speaking not lie. That is it. They can come back to the right track now. I cannot help because life after life. It's a question I can go away from the material world. You can go away. Everybody can go away. After the same thing can persist. We must do something in our living field.